Айыркуттағы ирешетниковтар декергеттергер бүгін ғылжытты бұд, беріне мен София Наумова ұйтабын. Бігігі кейінлер жерлерін бастық әтәйін, сіреді әтәңі бері бітігер кәпсе әбіп бұд, онына көрдер бұп бұд, онтын бүгін декерген иккіз әтәйігер мендеменігер тақсан тұра бұд, манына кейінлер ұрғыйдуылар, онына тойынан үлелелер әбіп. Үте өкінен Мария Николаевна, Георгий Николаевич, де бу мастерской иене тени Георгий Николаевич. Ну, это где-то от тут бит квадратный метр, да. Ну, как ширина дома 7,5, ну и тора-то где-то около 4 метров и плюс эркер. Вот эркер. Но я вот отдельно хотел сказать эркера пространства, да, оно у нас и на первом этаже есть, и на втором этаже есть, да. Эркер это сейчас вообще очень многие используют, да. То есть если вот прямоугольник, он немножко давит психологически на человека, да? А эркер, он такой вроде 1,25 всего лишь туда выходит. А смотрите, а такое ощущение, что там он вообще очень широкий. Так что вот это и три окна вообще, вот, когда вот нам тут Машин брат помогает, куда у тебя столько окон? У меня 14 окон. В он этом доме. Алтегуша. А, 16 он окон. Алта. 16 окон, да? Ну и... Вот благодаря, вот с одной стороны, вот внизу, я в прошлый раз говорил, это вот титмас, да, оно же очень плотное, оно мороз-то сильно не пропускает, у нас еще внешняя обшивка, а на втором этаже все тепло сюда проходит, да. Если смотреть вот на этот потолок, да, это совмещенный потолок, то есть там, в принципе, где-то сантиметров 20-25 это эковата лежит. Я вот использовал эковат, вот... Она только-только начала появляться тогда на рынок, да, и все рекламировали, вот эковата, такой материал, утеплитель. Ну, в принципе, нормально держит это самое. Я вот 4 года прожил, вроде пока. Главное, вот эти все стыки хорошо заделывать, да, чтобы там вот главное, все тепло-то через стыки уходит. И потому вот это самое, скажем, вот технология такая. Ну, здесь у нас чисто практично, да. Вот эти все полки, стеллажи, это я все сам делаю, это самое, вот это все. Потому что, ну что там, это, тут же индивидуальный размер, куда там это готовую мебель, вообще-то расходы, это переделки, это страшная вещь. Ну потом, если я умею это где-то строгать, пилить, а так, ну я не скажу, что я такой уникальный стулья, ну самое необходимое, то, что необходимое, я, в общем-то, делаю все своими руками. Георгий Николаевич, Антон, он алтатинюк пардетикичи, он бегик, он тымны, он урбетянинду, тымны ботахто. Я говорю, это все от заделки зависит, да? Вот почему дует? Потому что, скажем, вот когда оконный проем есть, да, там обязательно надо вот эти вот, ну вот эти оставляемые вот эти как бы люфт расстояния при усадке дерева нажимает и вот это. Вот это вот как раз самое больное место, да? Некоторые просто заткнуты и это как бы вот это... Пеной закрывает и вроде держать будет. И вот, ну, пена она держит, но это так. У нас просто вот мы немного физику забываем, да. Даже если дуть не будет, да, есть такое, называется экран холода. То есть она через стекло вот так вот подходишь, там холод такой идет, да. Вот это уже это как бы экран холода. И потому я предварительно, значит, там вот эти в пространство пенопласт забил туда. Вот нарезал прямо полоски и прямо так вплотную туда пенопласт сначала забивал. Потом между щелями паклей так все задел, а потом уже сверху пеной. То есть она, получается, уже почти не дует. Вот холод-то от этого, от стыков. Мария Николаевна, онтан урут бу местега биги урхиду келери поллах патына билигин манна олох сен оларовтен эпитинди. Биги бере онтан такасыл анрат түгер. Бастакынан бу саталга жени тутары сагалабып бут. Оны өр сылларга бәйбет илибитинен сайын айы кыры-кырытык тутаммыт бүтер бүппит. Оны бүй өзі бүтерә бүтер, маны өзі деревіне полностью бар әтті. Көрде соғайы. Оны қағын әрі бүйге квартира бұдыттан бүдеке этюдту кәлер әтті бүт, ұрғыйду кәлер әтті бүт. Ара би сайын келби пит болгана места би дүлбү манык траншей болбут. Отчогно иде бетак пит тук бу траншейлар болактыр эген. Ондук батакаатса газ турбаларын ытарылар кастар бүттерете хүдөй шөйдө калкуратна инде калган алуу бүттерете.
Вот, он там получилось мне, олоробот. Он сатал град тенатывын, конечно, көнете, сербит көнете, үшігей болады. Сеп, Мария Николаевна, же күрдікті дағаны егі жекергенгетен бұл сақыставатаға суық ден әтеққа себебет, жиғатын бияғы тұтты бұл көт, ұрғыйды көт, құдығы нектар көт, өссе бұл тойынан үлілі бет оңғықтарғын барын керет тікітары әме білетей көрбітім. Бұл декке барыққа онына же бұл іс қоғауына туық дені онына қанманлық оңыр бұл күні. Оны опсайынан бұл тойынан үлілер айыр әйгіға ән қайда қардылан келбік күні. Той күт, е. Мен бұл вағана бұдақ жүктетік вапшеті келбітім. Эти өрсілларға советское время соғытық құдығынек пәші болын үлелейі жүгітім. Үлді ұстық кемнәрі, конечно, аспытым. Бірге тұқтыр, алтығыр тұғын кейін соқ болан үлді ұстық. Олғынан барын советское кемне тұққа мастерскойдарға барамын құдығынектар күтірі үлелейі реттім. Вот, онтон бұл болғанна, бұл самай кәнді көлелер біттен тұралар бұйыл бұл сайын күйін бітердім. Туықса Западный Европейский музей бар бейіқа, на Петровского, онны туық ағас қалан анығыр тұрырырға ұнқым генералы директора Владилена Тимофеева, между прочим, ее репеткігім. Кенемеха предложение орбута, тоқты той үлелері орден, оны бұл бүтет үлені, яғын бері егер оңырын бітірдім. Бағаран тұрамын, үйерін көтен тұрамын орбутым. Оттан болағына, мен үйерін әтшілер бұл маңық заданияны әлбәқті бердім. Из плодов маңық итальянскай құдығының бәрі оларғы депутат арчым болды. Оны оғыларға сөбілен береретім. Онтан бастан неделе курдук толкуйдардым, ойже туган орорум болла деп. Онтан же догор неделе болан баран өйбөр тиген келбете да. Арчым болды туганын идеетинен орор өйүппин дейм мен. Ону боллагына үйөрнөчүлөр бар били эскисиген орорго бартын аңарын көмөлөгүн берер боллагам дей. Ону тебин манда тебин онну коңор манды коңор дейт. Оның болығына аңары бейін-бейін, аңары ейді бейім кені болыр. Олығын болығына жібу өйденімін ікі түбінің ордым, тойынан. Бұл ғайын көрдіққа бұл мұнныта морков, баттаға виноград. Оның барыда қыламаны қанды көрі бағыр зелен петрушка болу. Бұл болығына қанды көрі мандаринду, қанды көрі кулбника, сәбірдәк, арбуз, да? Маннық, да? Кетеға баттаға бұл сәбірдәктер, тапталлақ сәбірдәктерім. Итінде көрдіқ. Онына тұн сібәкке еті базалары ғаршылықтара. Сәп, онына жай бұл еркір бітігір көрдіқ бітіне ән айыр үлін толыру. Маннамен арас іс қоғаннық интерегіней оңғықтар тұралылар әме тойынан жи? Тойынан. Опсайынан мен тұқ Илинен үлінісі бүлігін. Жүгінен ғанчарны құрып бұл қағаныры түріп біттерім юбилей, оскола юбилей ғарбалақта біттері. Оны қағаныры олар обын, әметардан тахарабын ғынан барын. Ол жетерекені Илинен оңырабын түргендік оңырабын. Өрсіларға тұғық Илинен үлілі боламын. Онын болғаны манна фарфор дағыны бар, роспис фарфора, скульптура да бар. Онын арағаны тоқтақ, ғазурованы дөлелер балылар. Мария Николаевна, онтан бұл үлінен үлі әйеқі түгі берері. Опсайынан бұл оғы да болуын, олған да кейеқі болуын үлінен үлі түгі берері. Үлінен үлі... Опсынын тұқ бұла, дұғаға ұлыс үшігей. Той болығына имегес материал тұғы бағары кеге кумқам тұтан ұғырын түсіп. Оның болығына
Вернечелерим улаханы ксублян жарыктаналлар. Кыллары болар только той дохтар. Нерабағаралар олгында художны школы, олгенкенлер урухуи дағыны жөбеді хатыр бұлықтақтыр. Онна дальше верақы керектарынады ге. Оны тария капсайтақ біне сөз отучығы өте меқа верінен бітерділер. Сөйдетелсі бол біттара. Ол ортан болған 6-10-чығы. Художественной школы бітерем бараннар училище, он институт художественной дырга верны кел бітер, ол улхан сетеги, он мен туым гордам болар. Олар истерегар айыз улхан таланнақ атыр бұт художниктар дабалар ол курдук. Ани Осипова, Афанас Николаевич Осипов кыға верімеді. Это Влада Тимофеева, генеральный директорын кыым верімеді. Санкт-Петербурга Эрмитаж, Нуча музей игар, Улядир, искусствовед Сережа Алексеев бар. Москвага музей Дарвина, научный сотрудник Антонина Иванова. Белинни фамилия-то? Нефедова бар. Он курдук, үшгей улядир, Эльбахтер. Бейлера художниктар, бейлера преподавательлар. Онын, конечно, үйрім улыхан. Оны үлебін, нағасы бүлебін олар үйрімдер. Эти отут сыл, отут бир сыл болы үлелебетім. Мария Николаевна, әсен бұ тойгы үлелерің, ұрғыдуырың тағынан қарсықа түйірерген себіл үйребеккенде? Художественный қарсықанан жарықтан авын. Аяған фотоаппарапын пастағын әлде хиджабын. Аллар айты, допустим, кухня оларын әрін. Пасшы күн айты әрәвіне. Аллаға интересіне. Нағасы білейбін. Оны бұстапқадан ұрачыбын, көкөдір ачыбын. Бұ, допустим, бұ кулынчок. Оны бұ газовай труба. Аяған бұ бігі жебіт онығарда болуын сөпек. Мантан ағайық метрі бұ қатыңнар, бұ ол дегі балылар, ол да дегі балылар. Оны бұ жебіт сатал аяған пака пұстой үрдіғаным маңдық көріңі түхер бітін бұ. Онтан болағаны бұл мантан арыйда ехеджі келдіққа сәргелер бағылар. Оны түхер бітім бұл. Үрдіғаны дегені үшін бағай. Оны тұран болға үлевер, бігі қора тұртатуғар олар обуд. Ламаны осыға қаттығышқа. Оны болағаны бұл қар түхе тұрарын түхердім. Бігі болағаны бұл қаттығышқа маңын олар обуд. Түтінлік біттен түхер бітім. Үлелі түтінлік біттен. Оны қартысқаға түйерер жүрелер ді? Тұхен майгын ағалар. Оғаның барын художественный фотографияды өнесі ұстық. Маңына всероссийскай туыққа күттабын, конкурстарға күттабын фотографтарға. Оны балғынелер үлді ұстық болар. Әтті онша кейі жүрі көрер, эксперттер көрелер. Оны олаған аяғын қастай табы бардар баран яғын биттен бір қарысқаны ұлтан ехтәкін. Үлді ұстық художественный фотографирование ден. Бұл олағына квартира бұттығар тан чугас остановкаға автобусқа тұр бұтым. Фотоаппарапын еде ғдері өппен. Арай көрбетім де бұл ғыреска бұдулы енаған тұрар, бұл провод маңдық бейті арнамен құрдық. Оның түйерін. Опсайның сүлдерім тұқара қарсықа түйеребін. Маңдық портреттері түйеребін. Оны айылғаны түйеребін. Оны түйербет қарсықан ұрғы болан тақсы бұттақты. Ох, потому что художник копирует даваться. Хотя беги были эти утонравки с натуры уроду вот айлханы, а та карскатан художник тоже совлевает. Улад застывшей булаги, улин булагана. Что-то теряется. Вот реальный объект, ты же его эмоционально воспринимаешь. Листья шевелятся, ветер шумит, все вот это такое, да, вот сама атмосфера. А фотография это мертвая, как зеркало. Там уже ты не чувствуешь вот это вот ощущение вот какой-то энергии, да, вот это вот. А ты же стоишь тут на земле, вот она земля, вот она дает тебя, она тебя обхватывает все полностью. А фотография это фотография. Мария Николаевна, тон әйеққа аяргар, бұл қатысқа да түйерер болуын, тойынан дөлі ергер, ейіне тоқ беререй, ейіне. Ейі
Дебил бетим, да, на самом деле густу крутука, беки бейте, бильбеттаны. Вот он карак крахнунен, он духарнан, эмейгинен, конечно, ми боллади, художниктар дөлөлөрүн көрөгөн, альбомдорун көрөгөн. Төхөнөн биреме бардагын үлөлөкүн барагын жигинен. Оно, к сожалению, бремя бит кылгас, бремя бит тибет. Төхөнөн бремя лякында аны урвидон дете, дипида гынгамете, он тоим тибет. Самый мельтокол на самом-то деле. Георгий Николаевич, он тоненде, ордук тугу себелян урвидугны? Ну, у меня, ну, мы с Марией в основном на пейзажи ходим, да? Вот, то есть акварель пейзажная, да? Вот. Но кроме этого я, конечно, делаю композиционные какие-то вещи. Вот, например, вот здесь вот стоит работа, называется «Путь судьбы». Да, вот эта вот работа такая, такая композиция. Она, ну, я люблю вот какие-то такие перерабатывать литературные образы, чисто из якутских сказок, легенд, значит, да. Вот, вот такие вот работы делать, да, и акварель. А акварель, она вообще такая благодатная техника, да, но очень капризная, и потому многие художники акварелью не работают, да, потому что один раз положил, все, исправление не подлежит, а тут ошибаться нельзя. Вот это вся сложность этой техники в том, что вот если масляный, там можно писать, переписывать, по 10 раз акварели нет. Один раз положил, и все. И потом она такая, конечно, сложная, но она вот мне как-то нравится вообще. Получается. Сер, кындыкөрөтчүлөр, эги бу Георгий онна Мария аяр быстапкаларын бу ыйга, келер ыйга. 8 декабря. 8 декабря у меня персональная выставка будет в НХМ на первом этаже, вот там возле, налево, левое крыло возле буфета. Вот, к юбилею. Нынче у меня юбилейный год, 65 лет, значит, да. Вот всех приглашаю, если на вот 8, обычно в 4 часа открывается, 8 декабря будет открытие моей персональной выставки. Тогда можно там увидеть все мои собранные работы. И когда одну работу смотришь, она не дает полную картину вообще всего. А вот персональная выставка, она дает полную картину. Вот именно как вот... техника акварели и все такое. Теп анан кындыкөрөтчүлөр эги же бу аксыны ыйга келеңит Георгий Николаевич онна Мария Николаевна аяр үлөлөрүн көрүп кутинсеп. Мария Николаевна эйттен эсе бу бири тардакпын. Огону же кассаттан бу урхуй осколотугар бери кайбы. Ото кендики сылдарга балагынынан 9-10 састарыттан бастыгы класска конкурсу агалар. Конкурс дактанах устук болар. Вот он без сыл өрнелер. Онтон, если подготовка айн өрэмі полахна 6-10 дай сылга тиер. Да, чую школа. То художественная школа имени Ким Леонида Александровича Ген. Себ, онтон, эн көрергінен бу кихи айлғаттан таланнах болан төрірду, бейтер таланы сайнары көпту? Отон айлғаттан талан берилере на тохым частай болбатах олганан баран бу сахаларга биеха кайта кара эти жогор на сайды бут би айылкаттан чугасулары бу болан боллага болу онун боллагана сайдалар оолар бирди задание ордулар дагына эз болса тохым үрдән еллер массисулары үрдән тирехеней. Он художественный, верах иде обсценно интересный. И ты не мин была гана улганда кельбахте толку идубун. И ты музыканар, рыгтар, театралар, кинилер была гана кинилер биде кордедилер то как мыльный пузырь растворись кына бияга была гана художниктар готов он орбутан барата жаптал калана каланер онун была гана бияна выгодный культукестер. Сеп Георгий Николаевич Антон же бу урхуйджут художник кассыл үлелеятагане кине профессионал бола үйне хайдан тақсарый.
уступаю вопрос. У всех по-разному, зависит от внутреннего состояния, да, вот его подготовки. Некоторые буквально как яркая звезда, буквально за 3-4 года просто вот раскрывается, да. Некоторым надо очень длительное время. Ну, я сам лично, это считайте, 4 года в институте, 6 лет в институте, это 9 лет. В промежутке еще работал, ну и вот посчитайте, сколько это. А потом еще, ты же, когда институт заканчиваешь, ты же не сразу же профессионалом становишься, правильно? Там опыт набираешь, еще знаний там, как бы, кругозор расширять. И я даже всегда, вот для меня фраза Цейбаши, китайский график, это самый 19-20 век, значит, вот мне кажется, она может полностью ответить, да? Когда ему исполнилось 65, да, ну вот как месяц, 65 или 67 лет, он сказал, все, мое ученичество закончилось, я начинаю заниматься творчеством. И очень плодотворно до 90 лет работал. Вот теперь можете себе представить. Какое это время? Илини арарбакка чогуна нар уруйду жакканады боллагачы. О, оннуке. Көнжүк ол багас жакчы. Төгөнөнөн постоянно жүрүп танаганда, конечно, мастерство эски үнөр боллагачы. Онтон время от времени болганы, конечно, мозг кандай расыннанарду, умнарду болонсоп. Онан боллагана кудогунюк постоянно жүрктөнөр боллагана бирде шуй кудогунюк болар. Олен олор бир өрнөчлөр берин этапыбына сорок туруп бүтөй дебет болар. Биле олорун оскула берен бараннар. Ожо Мариникланы энеси дополнительный задание берген, очоны бе олор букан сыннаналар дедилер. Онду боллагана тебин кудогунюк болары келбит олор минкинери үлөт болар күйөрөтөбүн дивин. Олегин боллагана мастерства не набираются, они постоянно уруйдох тахтар дивине. Сеп он же во кергенилер и ген бир саналах, бир толкуйда, он на бир айыркуттах жан тенге бу ыл болонулара кайдах диханатыгыт. А, ичилей, ичилей. Гынан бұрын, конечно, мандык туох барбатта свет тень. Онны курду, конечно, бир тухары чөйдәк, тухары минустак болонсып, ол гынан барын, конечно, нам повезло. Ике художник бәйбәбетін айыз чакчы сетерсе бит, аға. Хорғар мен кене үлелерін тухтан, оформляйдан да берек пінсіп, или итинде коңғар, манды коңғар ген аяғын келеметін беребін, или қайқан беребін. Онны курду кене мемеке. Тугоре этен беренсеп, так онын... Физически той белемнеген, это уступает той белемнергеден. Вадым братын имит яқыннады, яқыннады. Мұна физически силы нар, но тағы яқыннады. То маның ағылы, қаттарды яқыннады. Олейін, с этой стороны Мария, конечно, постоянно кемлен. А то икен ден хайта ден. Ну вот как-то... Бир сауат художник, если, например, меха бу, а ты бухгалтер или экономист, это все, вот стычка идет. Я на веру иду, бардын динын. У нас такого нет. Ну, мы наоборот говорим, эй, то руйда, бардын. Он ныке, кене уледир бола, ну руйдур кемигер мен абсолютно, налыявын, веребен агай. Один, значит, наши друзья, да, вот так говорят, я обычно, как говорю, это, о, наконец-то выходные. Вот я сейчас могу поработать. Он говорит, ну нифига себе. Ты ждешь выходных, чтобы еще работать? Я говорю, ну работу-то я на себя. Так что вот художник такие. Кадик, нам повезло. Обалдеть. Мария Николаевна, Георгий Николаевич, эги беги бери битигер кытып кытыгар бастатан туран мактанабыт. Өстү даганы бу иккен бирге тенге кардылан ая тута сылжың оны же көрүктөн интерегиней оңоктары бул тойтан да болун акварелинен да болун үлелери ая тута сылжыңден керенек керексен уннук жаллактык аларын күндүк күрөчүлөр манан сака сатабатага сок бери бүгүнкү үлетин тимүктүр өрөбүлөр кетин тухалактык этең атарын көрсө кадери.